Приветствую всех зрителей моего канала, меня зовут Марина, и сегодня у нас будут рукодельные покупки ноября. Казалось бы, совсем недавно были рукодельные покупки октября, но за ноябрь я тоже уже успела закупиться. Итак, первое, о чем хочу вам рассказать, это мой заказ в магазине «Осьминожка». Раньше это была только группа ВКонтакте, сейчас у них еще открылся сайт. И, кстати, к этому событию будет для моих зрителей один приятный бонус. Но давайте я сначала расскажу, что же, собственно, мне оттуда пришло. Пришло это все в начале ноября. В подарочной новогодней бумаге, что очень хорошо повлияло на мой праздничный дух. Я и так давно вышиваю новогодние всякие сюжеты, и кроме того, весь мой заказ был связан с Новым годом. Это, собственно, новогодняя юбка. Да, у меня теперь будет юбка под елку. И это подарки на Новый год для моей подруги. Ну, давайте начнем с юбки. Это юбка от фирмы «Барвиста Вышиванка». Вот ее артикул. Огромный. ТР-166АБ-9999. Не знаю, почему он такой огромный. Это юбка, как вы можете видеть по сюжетам Dimensions, под полную зашивку бисером. То есть вот этот вот весь полукруг будет зашиваться бисером. Вы могли видеть эту юбку вышитую в моем видео с выставки Handmade Expo, вот которое было месяц назад, там, прямо на стенде «Барвиста Вышиванка». Я подходила и смотрела на эту юбку. Мне очень нравится этот дизайн. У меня есть такой набор для вышивки крестом от Dimensions, и теперь у меня будет юбка. Здесь указаны цвета бисера, даже цвета ниток, если вы вдруг захотите вышивать нитками, но мне кажется, нитками на атласе это вряд ли самая лучшая идея. И я ее еще не распаковывала. Давайте посмотрим, как она выглядит с другой стороны. Вот что мы видим. И давайте ее распакуем, посмотрим, как она выглядит внутри. Так, извлекаем из шуршащего пакетика. А, все. Нет его. И смотрим поближе сам рисунок. Что здесь у нас еще указано? Цвета, так, это хорошо, но цвета у нас бисера только в пятизначной нумерации. Количество грамм, видите, белого 205 грамм надо будет. Ну, в общем-то, так по граммам вроде не так уже и страшно это все выглядит. 205 это самое большое, плюс они еще дают с запасом. И тут написано, что это пошитая юбочка. Ткань – это высококачественная немецкая ткань с водонепроницаемым покрытием, 100% полиэстер. Размер ее 100 см в диаметре, то есть метровая. Стирать ее нужно моющими средствами без содержания хлора при температуре до 30 градусов. И нельзя использовать порошки для как бы усиления цвета. Можно гладить до 160 градусов. И все. Здесь обычно стандартная инструкция, как вышивать бисером. Ну что, давайте развернем нашу юбочку. Первое, что мне нравится, это то, что у нее уже обработан краешек. Смотрите, как сразу красиво, да, с этой беечкой. Итак, ха-ха, какая прелесть. Она вам вся сейчас не влезет в кадр. Ух тышка, она такая классная. Она кругленькая. Здесь есть такие вот завязочки. Аж 4 штуки. Вот 2. И вот 2 для того, чтобы ее обвязать вокруг елки. Большая, слушайте. Так, вот сюда ствол елки завязочками обвязать. Давайте сделаем вот так. И вот что у нас вышивается. Вот тут вот еще елочки, домик. И вот там домик. То есть огромное на самом деле полотно. А ну-ка сейчас. Вот таким образом, смотрите, я немножко отодвинула камеру, и теперь попадает фактически все поле, что нужно зашивать, попадает. Ткань очень приятная на ощупь, не такая, как в заготовках для вышивки бисером от «Барвистой Вышиванки». То есть не прям такая, знаете, глянцевая такая, проводишь по ней прям как по стеклу, знаете, по такой глянцевой поверхности. Здесь очень такая приятная ткань.
Рисунок, как всегда, у барвистой вышиванки нанесен очень классно. Давайте вам приближу на какой-нибудь участок. Вот, посмотрите. Как всегда, все похожие значки, все похожие цвета обозначены каким-то образом. То есть, если это два голубых, то на одном голубом будет, там, вот как здесь, например. Вот, видите? Просто голубой и голубой с дефисом. Мне очень нравится. Единственное, что я думаю, что к этому Новому году я уже не успею вышить эту юбку. Будет она у меня процессом к следующему Новому году. Вышивать здесь много. Как конкретно я буду ее вышивать, я еще не придумала. Потому что она большая. Вот отсюда до сюда у нас получается метр от края до края. И, конечно, особо ее никуда не натянешь. Кстати, сколько у нас цветов бисера? Давайте посмотрим. 23. 23 цвета бисера. Да, особо ее не запялишь. Так что я бы не исключала того варианта, что ее нужно будет вышивать на руках. Но здесь, конечно, нужно будет очень аккуратно это делать, чтобы избежать стягивания. И давайте с другой стороны. Вот, с другой стороны, не подклеена, насколько я понимаю, никаким флизелином, но сама по себе ткань достаточно плотная, то есть не тоненькая, а такая хорошая, добротная ткань. Так что я очень довольна этим приобретением. Она мне давно нравилась, я давно на нее засматривалась, и вот к следующему Новому году будет у меня такая юбочка. Там у барвистой вышиванки их несколько, по-моему, вариантов 5 точно есть. Это мне нравилось больше всего, но если что, зайдите, посмотрите, вдруг вам понравится какая-то другая. От других фирм еще тоже есть юбки под елку, это сейчас достаточно популярно, но мне понравилось, что здесь вот полная зашивка, то есть весь вот этот вот полукруг, видимая часть, весь вышивается. Это меня, собственно, и привлекло. И также было еще две покупки, давайте на фоне елки, на фоне юбки я вам об этом и расскажу. Это подарки для моей подруги на Новый год и на день рождения, так получилось, что они у нее совпали, там с разницей в 5 дней. И я думаю, что я вам покажу, и вы сразу догадаетесь, кому, но она не смотрит мои видео, так что за это можно не переживать. Первая покупка моя – это Abris Art, это, я думаю, всем известный баст. Я не большой фанат вышивки кошек, достаточно равнодушна к этой тематике, но вот эта кошка, вернее, кот – мне всегда очень нравился, он вышитый, всегда есть на выставке Handmade Expo. И здесь, сейчас я вам покажу поближе, посмотрите, как он интересно вышивается. Мало того, что здесь очень красивый бисер, так кроме того, оно еще вышивается швами, вот такими вот в разных направлениях. Посмотрите, какая мордочка, голова, вот эти вот ушки. Мне всегда очень нравился этот кот, и я думаю, что моей подруге он тоже понравится. Ей вообще нравится все, где есть кот, но как он может не понравиться? Я думаю, что должен. Артикул AB519, размер будет 310 на 470 миллиметров. Цветов здесь 13, 11021 бусина. И мне очень нравится вот эта вот упаковка у Abris Art. Я впервые вообще в своей жизни встречаю наборы в таких упаковках, в узеньких и длинненьких. Вот реально впервые. Здесь будет вышивка на натуральном холсте. Он там как-то внутри свернут, к сожалению, ни с какой стороны его не видно. Здесь будет холст, подробно описано, как это все будет вышиваться. Предлагают создать шедевр, не давать детям до 3 лет и получать удовольствие от набора. Так что надеюсь, что подруга будет получать удовольствие. И также еще один набор, который она уже хотела. То есть мы были с ней на выставке на позапрошлой, и она увидела этот набор и просто стояла около него, смотрела на него, по-моему, даже его сфотографировала. И это тоже, я думаю, известный дизайн.
Вот такой вот кот или кошка. Называется набор фиолетово-черный. Это фирма Butterfly. Это круговая вышивка, артикул 627. Очень он мне нравится. Подруге он тоже понравился. Это полная вышивка бисером, полная зашивка. И вот давайте я вам покажу поближе. Видите, круги расходятся. Вот здесь центр. И кругами вышивка расходится по всей картине. Сама вот эта вот картинка на наборе такая достаточно, как бы вам сказать, какая-то белесая, вот, белесая. Я видела вышитым этот дизайн, и очень красиво получается, действительно, так что будет у нее еще вот такая вот работа. Вот, кстати, здесь, видите, как интересно они упаковывают, что здесь такое окошечко, и мы видим именно тот момент, откуда расходится рисунок. Видите, пошли круги, вот как круги по воде, знаете, когда ты что-то бросаешь в центре, такие круги расходятся. Это очень красиво, я вышивала уже в такой технике один набор, это павлины, тоже от Butterfly. От Butterfly я вышивала еще один набор, уже не в круговой технике, это белый павлин. Так что за качество этих наборов я не волнуюсь и могу спокойно подруге подарить. Здесь будет уже ткань, это атлас с нанесенным полноцветным рисунком, бисер десятка чешский, игла для вышивания и инструкция. Так что вот такой вот у меня улов в магазине «Осьминожка». И также бонус для вас, о чем я рассказывала в начале видео, это скидка в 5% в магазине «Осьминожка». Для того, чтобы получить эту скидку, вы оформляете заказ либо через сайт «Осьминожка», там все будет проще, там есть специальное место для кода, вы его вводите, и у вас пересчитывается уже ваша сумма заказа со скидкой. Либо же, если там еще не все есть товары на сайте, сайт сейчас активно наполняется, если вы будете заказывать в группе ВКонтакте, то просто в сообщении пишите код Маринка Прок. Сейчас он появится где-то вот здесь вот на экране. Указываете этот код, и у вас будет скидка в 5%. Мне кажется, это очень здорово перед новогодними праздниками, чтобы закупиться как раз то, что нужно. И также, что еще здорово, у магазина «Осьминожка» есть международная доставка. То есть, где бы вы ни жили, вы можете заказать там, ну, фактически, мне кажется, все украинские, не только украинские производители, там есть и Милхил, и вообще очень много чего. Все это вы можете заказать себе в другую страну. Лена, хозяйка этого магазина, мы с ней давно знакомы, она очень заботится о том, чтобы вот эта вот международная пересылка, она была выгодная, если там по граммам, она считает все это по граммам, если что-то там перевешивает, она просит даже разрешение у заказчика, чтобы поснимать какие-то тяжелые коробки, например, потому что вот у «Волшебной страны» очень много чего в коробках идет, в огромных тяжелых картонных. Так что я думаю, что международная доставка вас тоже порадует. И давайте от этого заказа перейдем к еще одному моему интересному заказу. И напомню, что код, вот этот вот Маринка Прок, я оставлю внизу, как и всю информацию, можно будет еще раз прочитать. И вторая часть моих рукодельных покупок ноября – это мой первый заказ в магазине «Милифлёр». Раньше я только слышала об этом магазине, о группе ВКонтакте, но никогда там ничего не заказывала, но в этом месяце меня реально жизнь заставила. Много кто видел мои метания такие по поводу картины «Зима» по авторской схеме «Зима в деревне», и опять же, кто подписан на меня в Инстаграм, знают, что я, скажем так, бросила вышивать эту картину на той ткани, на которой я ее вышивала. Об этом очень скоро будет подробное видео, прямо в ближайшее время, где я все это объясню, покажу вам. Я думаю, что это должно быть интересно, потому что у меня есть фотография уже законченной, готовой работы этой на нуге, на Мурана Нуга, на той ткани, которую я вышивала. И я поняла, что я не хочу вышивать на этой ткани. У меня там нормальный такой вышитый кусок, но я поняла, что будет что-то не то, и решила найти себе другую ткань. Я очень плохо разбираюсь, в принципе, в тканях. В тканях я знаю только лен, равномерка, какие фирмы, какие названия, у чего, какой каунт. Все.
но именно подобрать в какой ткани, скажем так, что у Белфаста есть цвет вот такой-то, который идеально подойдет для моей работы, или вот что-то в этом роде, это не мое, то есть мне нужно реально садиться, залезать на какой-то сайт, клацать, там, искать, смотреть. То есть я не разбираюсь именно в цветах, которые представлены вот в каждой отдельной ткани. Поэтому я немножко переволновалась, честно вам сказать. Я волнуюсь, когда я в чем-то не разбираюсь, когда я не могу решить какой-то вопрос сама, когда мне нужно просить кого-то о помощи. И таким коллективным разумом, в общем-то, в несколько человек мы выбирали мне новую ткань для зимы. В итоге я заказала эту ткань в магазине Мелифлёр. Пришло мне это все упакованное вот такой вот крафтовой бумаги. Здесь их контактные данные. И тут такая печаточка, на ней написано «Прокопенко». Перевязано все было ленточкой, очень красивая была тоже посылка. Такой вот ленточкой все было перевязано. Там лежала визиточка. И вот такая вот карточка с другой стороны с надписью «Серьезное искусство, как и всякое серьезное дело, требует всей жизни». Так, кстати, у меня всегда тренер про танцы такой говорит. Когда спрашивает кто-то, а сколько надо учиться? Она говорит, всю жизнь надо учиться. Наверное, в рукоделии тоже что-то подобное. Лежала вот такая вот лист бумаги такой, с рекламой разных дизайнов от Mirabilli. Видите, немножко он у меня помялся, пока новой почтой до меня добирался. Кстати, про добирался новой почты, что мне очень понравилось. Кто смотрел мои впечатления месяца, поймет, почему я именно на это обращаю внимание. Заказ вот этот вот в магазине Mirifleur был на достаточно крупную сумму, я сейчас вам объясню, почему. И посылка была застрахована ровно на всю сумму заказа. Это очень здорово. Я рассказывала в впечатлениях месяца, что у меня пропала посылка застрахованная на половину стоимости заказа. Слава богу, ее нашли. Но если бы, не дай бог, что-то случилось с этой посылкой, то всю внушительную сумму заказа нам бы почта вернула. Это очень здорово. Вот со стороны магазина это действительно очень здорово. Так, значит, здесь дизайны Mirabilli можно посмотреть. Также с материалами, которые вам понадобятся, если вы захотите вышивать. Видите, крейник, бисер, какая ткань идет. Можно порассматривать. И также была вот такая вот ниточка. Я так понимаю, что это ниточка ручного окрашивания. Такой вот веревочкой, бечевочкой связана. И первое, что было мной заказано, это основное в магазине Mirifleur, это ткань. Да, теперь, наконец-то, моя шоколадная ночь таки станет шоколадной. Ну, я думаю, что многие знают, да, что у другого производителя вот эта вот схема «Зима в деревне», она называется «Шоколадная ночь». И хоть здесь по авторской схеме она и не имеет такого названия, но когда мы смотрим на скрин, давайте я вам покажу сейчас этот скрин, мы четко видим, что фон у нас, в общем-то, шоколадный. По крайней мере, очень напоминающий цвет шоколада. И у меня вот такой вот отрез. Долго мы думали, гадали, и в итоге это отрез 50 на 70, это Lentifree в оттенке шоколад. Сейчас я вам скажу его артикул. Нет, артикул не скажу, просто Тифри шоколад. Больше всего мне понравился именно этот цвет. Я думаю, что будет здорово. И уже буквально в ближайшем будущем я хочу приступать заново к своему проекту «Зима в деревне». И надеюсь, что вторая моя попытка будет гораздо лучше и удачнее, чем предыдущая. И казалось бы, что мне еще нужно, но когда я искала ткань, лазила по магазину Mirifleur, по сайту, я нашла там образцы тканей. И я поняла, что они мне нужны. Я поняла, что я больше не хочу так нервничать, как я нервничала. Кого-то просить, что-то искать, мучиться с этими непонятными аналогами тканей в нитках DMC, которые не всегда совпадают. На разных сайтах могут быть представлены разные эти цвета DMC, которые якобы соответствуют какой-то определенной ткани.
И чтобы максимально избежать в дальнейшем вот таких вот неприятных приключений, я поняла, что нужно инвестировать в образцы. И теперь у меня, по моим скромным подсчетам, 159 образцов разных тканей. Сейчас мы с вами посмотрим их поближе. Это они шли вот в таких вот пакетиках. Можем посмотреть, что у нас здесь было. Кстати, раскладывали вот эти вот образцы мы с вами вместе. Я проводила такой спонтанный прямой эфир в Инстаграм, где мы вместе с моими зрителями раскладывали эти образцы. Так, что у нас здесь было? Здесь была Лугана 25-я, 28 образцов. Здесь, видите, указан состав, производитель, количество нитей и также какие конкретно номера есть в этом наборе. На сайте Мелифлёр там написано, что это не все вообще образцы конкретной ткани, которые есть у этого производителя, это только те, которые доступны к заказу на данный момент. Итак, Лугана 25-я, 28 штук, Белфаст 32-й, аж 41 штука, Бритни Лугана 28-я, 8 штук, Линда 27-я, 10 штук, Кэшел 28-го аккаунта, я теперь знаю, как это правильно произносить, 17 штук, и Мурана 32-го аккаунта 30 штук. И Тифри, да, Тифри. Они шли сразу вот в таких вот папочках, в таких файликах с кармашками, а остальные мне пришлось купить отдельно, вот эти вот файлики, и туда уже все это повкладывать. Вот у нас Тифри, вот мой шоколад, почему я говорила, что скажу вам артикул, потом увидела, что здесь артикула нет, здесь только название. Вот Тифри, 30-й аккаунт. Вот он, мой шоколадик. А потом Белфаст. Давайте как-то поближе покажу. Белфаст с Люриксом. Конечно, освещение сейчас еще то. У нас всегда теперь еще то освещение в любое время суток. Красота. Белфаста, кстати, много, да. Но раскладывается достаточно быстро. Вот тоже с Люриксом. Очень понравился мне Белфаст и по ощущениям тактильным, и по оттенкам. Думаю, надо будет что-нибудь когда-нибудь на нем вышить. Это вот с такими кружочками, крапинками. И видите, еще немножко места осталось на случай, если будут выходить какие-то новые цвета, чтобы вкладывать. Здесь вот просто сверху кармашек открывается, видите, и туда вкладывается образец. Мурана тоже есть с Люриксом. Разные оттенки. Конечно, это все теперь будет гораздо удобнее, чем это было у меня раньше. Кэшел, тоже лен, 28-го аккаунта, тоже никогда на нем не вышивала, но сам по себе 28-й аккаунт меня очень радует, потому что 32-й мне все-таки почему-то показался мелковатым. Вот смотрите, какой интересный с Люриксом. Вот этот вот мраморный, наверное, тоже классный. Еще два образца, и видите, целый файлик у меня свободный на случай появления чего-то нового. Лугана. Что в Лугане интересно, это то, что есть вот такая вот ткань с таким именно люриксом и с вот таким прям нормальным, таким целая нить вплетенная люриксовая, не просто как блестящая, а вот именно мы видим металлизированную нить. Вот мы видим 17 это с серебристой нитью и 18 это с золотистой нитью. Ну, очень интересно было рассматривать. И просто обычные цвета. Видите, немножко сыпалось это все, пока я их туда закладывала. Конечно, осыпаются эти образцы, поэтому нужно их побыстрее повкладывать в вот такие кармашки. Я думаю, что просто их хранить вот в таких вот пакетиках и
при надобности оттуда извлекать и перебирать в руках, это вообще не самый лучший вариант, потому что они все разбегутся, распадутся и рассыпятся. Нужно их... Ой, смотрите, уголок. А, он, наверное... Вот, заодно достану. Уголок зажался, видите? И вот мы видим, как у нас все это лезет. Поэтому... Ну вот, просто отгибаете, придерживаете уголок и помещаете его туда. Вот, только эта ниточка теперь торчит. Ну, они здесь много где торчат, видите, эти ниточки. И линда. Это еще не все. Линды вообще мало. Да, это у нас была лугана. Линды совсем немного. Тоже оставила место. И бритни. Бритни тоже совсем немного. У меня есть еще один образец, которого нет здесь. Я думаю, многие помнят, я вышивала макаш, и вот зелененькую ткань я еще сюда тоже вырежу, квадратик положу. Бритни совсем чуть-чуть. Так что теперь я счастливый обладатель образцов многих видов тканей. Единственное, что я бы еще хотела приобрести, это образцы льна пермин. К сожалению, в магазине Мелифлёр их не было. Буду искать. Надеюсь, что когда-нибудь появится, и тоже я смогу докупить. Единственное, что меня смущает, это то, что некоторые ткани выходят из производства, это еще ладно, но появляются некоторые новые ткани. И вот каким образом заполучить для себя образцы каких-то новых тканей, когда мне не нужно снова комплект образцов из 41 штуки, а мне нужно, например, 3 образца вот новеньких, которые вышли. Мне писали там в эфире в Инстаграм, что есть какая-то группа, по-моему, ВКонтакте, где можно купить именно образцы новых тканей. Если вы сейчас меня смотрите, напишите, пожалуйста. Я думаю, что и мне, и многим моим зрителям это будет очень полезно. Я, к сожалению, хотела это выписать из прямого эфира, но я постоянно забываю, что прямой эфир в Инстаграм сохраняется только до протяжении суток. Кстати, меня спрашивали, буду ли я выгружать прямые эфиры из Инстаграм на Ютуб. Скорее всего, не буду, потому что будет у нас происходить следующая картина. Прямой эфир в Инстаграм имеет вот такую вот ориентацию, то есть он как телефон, да? И если я его выгружаю на Ютуб, а у Ютуба ориентация вот такая вот, получается, что мой прямой эфир будет вот так вот выглядеть, то есть это будет такая узкая полоска, и черная полоска с одной стороны, и черная полоска с другой стороны. Ну, красоты никакой, мягко говоря, поэтому, скорее всего, не буду это делать. Будут они, как и были, в Инстаграм. И приблизительно вот так выглядит масштаб бедствия. Правда, вот эти вот 2 набора не мне, так что все еще не так страшно. И также я была в этом месяце в магазине «Рукодельная шкатулочка», не в интернет-магазине, а именно в обычном офлайн-магазине. И ушла оттуда с вот таким вот котиком. Это уже, он уже набитый, готовый, зашитый. То есть его только вышить, вышивать поверху. И это магнит. Это будет магнитик на холодильник. Там сзади к нему приклеен магнит. Так что тоже, думаю, будет одним из сувениров, которые я подарю кому-то на Новый год. И также нашла я среди завалов этого всего рукодельного добра еще вот такую вот визитку от магазина «Осьминожка». Здесь, собственно, сама осьминожка. Смотрите, если мне не изменяет память, это у волшебной страны вот такие вот штучки. И Лена их вкладывает к заказам. Очень здорово, так тематически осьминожка. И вот тоже контакты магазина. Так что все, вот такие вот у меня были покупки в ноябре. Вроде как в ноябре ничего не предвидится, кроме одной достаточно глобальной вещи, я бы даже сказала, предмета интерьера, но об этом обо всем чуть позже. А сейчас все, спасибо всем большое за внимание, удачи вам и творческих успехов. Пока!